Все ломанули. Встречают дети. Встречают. Да, вы все уже какие. Заходи. Так, очень быстро. Всем привет. Всем привет. Конечно, конечно. Вау, вау, вау. Идем, идем, Симба. Растет, золотой. Шихат. Не можно Таню кушать. Таню кушать не можно. Что ты делаешь, скажи? А ты же из-под тишка уже за ноги. Ой. Касается всех. Так, давайте вы на папу. Что так делаешь? Нет. Что значит пацаны? Да, иду. Шерхан, как всегда, ждет. Нужно сесть, да, обязательно. Ой, ну пойдем. Я вот так выгнал. Все. Дух. Все, завалили. Такая любовь. Квест «Найди директора» называется. Осаду там завалили. Просто садись. А Миранда сзади еще. Так, мимо меня, к директору. Я могу только хвост. Нет, я говорю, уже все, директора снизу уже не видно. Охота на живца называется, друзья. Вот так. Мы тренируем наших львов. Так, Шихан, иди туда же. Шихан. Аккуратно. Не можно. Видим. Здоровый такой. Тут завалят кого угодно. Иди туда же. Там все, я помогу. Иди. Что здесь надомник? Подберем, я у любого сейчас, я перезвоню вам чуть позже. Завалили. 16:36, потом нужно перезвонить будет, Таня. Хорошо. Тут главное у них не забыть, когда будет 16:36. Ай. Ай, вот так. Ой. 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 Не надо, даже не смотри на меня. Ой. Очень важно их на самом деле тестировать, проверять и потихоньку воспитывать, да? Ой. Вот так. Вот. Хороший. Ой. Потихоньку воспитывать. Потихоньку воспитывать. Надо. Совсем потихоньку. Воспитаешь их уже. Симба вообще здоровый такой же лев. Вот, все легли, все успокоились. Давай, Асада, давай. Да. Давай. Вот так, все. Вот. Ой, с вас картины пиши. Вот так. А он сейчас сделаю фотографию. О, все. Все, успокоились. Ваушки, да? Вау. Катина маслом. Ваушки. А еще молодцы. Совсем недавно они не умели и ходить. Белая даже хочет подойти. Иди к нам, иди сюда, не бойся. Не подходим ко мне. Девочка, иди сюда к нам. Иди, смотри, здесь общаются человек или вы.
Не просто человек и львы, а человек лев и львы. О, там подходят, подходят. Шихан, иди там, карауль. Кушать меня не можно. И здесь не можно кушать. Это сколько, как вот они болели, когда осенью мы их привезли, да? Да, осенью. Ноябрь, декабрь были очень тяжелые, да? Да. Что-то у вас вот тут вот они вам приклеили. Ага, все. Не можно так штаны делать. Штаны так делать не можно. Ну, такие игры, львиные забавы. Вот. Садись, садись, садись. Опа! Вот. Шихан, как всегда, он ждет, пока все наиграются. Опа, опа, опа. И белая такая, что так можно было? Иди, так можно. Так можно. Видите, даже дикие львы, которые выросли не в руках человека, а с мамами, но уже проявляют, не можно это делать, штаны рвать. Осознанный интерес. Причем интерес ко мне осознанный, да, какой-то. Кушать не можно. Это не добыча, Таня. Не бойся, Таня. Я ее не боюсь. Не съест. Ну, во всяком случае, не сразу. Понадкусывает. Я отобью. Я даже не сомневаюсь. Она, по-моему, в нападающую собирается играть. Напасть. Вот, напасть. Сейчас на глазах изумленной публики сидят оператора, товарищи, снимают. Ведущего, допустим, оператора. Ведущего блогера-миллионника пытается съесть белая львица. Ложзак ей явно понравился, причем. Спасибо. Пожалуйста. Нет, ну она явно с интересом. Да, и сейчас каким. Симба, Шерхан. Ну, посмотрите, как Миранда. Она же пришла самая поздняя. Ай, ты такая. Да, такая. И буквально за несколько такая месяцев. Красивая девочка. Ай. Идет, идет белая опять. Шерхан, Симба, Симба, Симба. Скажи, Миранде, удивись, скажи, как раз Шерхан, Симба, Асада, все иди получают сюда, больше иди, всего. Иди, сюда, иди на ручки, вот так. Вот так. Вот. Она не может, ай, допустить, чтобы Миранду гладили. Девочка такая. Маша, красивая девочка. Да? Так, ну я надеюсь, хороший, что Шихан хороший и Симба меня защитят. Да. Но надеяться можно только на человека льва. У нее есть вот ничего, вот ветеринар ее осматривает. Вот, есть у нее остаточные такие здесь. Не можно так делать, можно без зубов. Прийти вот так, вот так, а замечательно, вот так можно. Моя девочка спит, засыпает на ходу просто, вот не кушай мою ногу там, просто с ним в камеру смотрим, привет передаем всем, друзья, всем привет, вот во все уголки нашей необъятной страны. И тут не кушаем, не можем кушать, не я. Скажи, а кто пробовал съесть директора? Не я, друзья, видите, как пытаются съесть, смотрите, по-настоящему, вон зубы, клыки, и пытаются вонзить. Не можно, а потом не заштопаем, ты ж понимаешь? Штопать дорого будет. Ай, моя хорошая. Сиди, это не мясо, это моя рука. Я ж тебе за лапу вот так не трогаю. Да, 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 да. Хороший, хороший, хороший. Да, ну, говорит, ну дай кусочек. Чуть-чуть. Хороший. Хороший. И лапочка, хороший. И так, и так. Хороший. Вот все равно все из детства. Вот все равно они были больные. Кому-то пришло легче, а кому-то вот есть. Кому-то прошло легче, у кого-то есть остаточные явления. Все может проявиться, безусловно. Но ветеринары наблюдают за состоянием всех львов. Вот есть патологии, которые проявляются во времени, с годами, которые прячутся, потом опять расцветают. Ну, что поделать. Да, 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 да. Хороший, хороший, хороший. Но, дорогие друзья, вы видели все, что возможно, делалось и делается сегодня. Вот. Да, 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 да. Иди к директору. Да. И что? И ты хочешь прийти к нам? Вот, ты, молодец. Такая, да? Молодец. Смотри, я ее глажу. Я ее глажу. Здесь мясо не раздают. Смотри. Иди сюда, не бойся. Не бойся. На ваших смотри, глазах. Я глажу. Вот видишь? Я глажу ее. Ее глажу. Это машина поехала. Она понесла продукт. Оп! Ай, есть давай. Первый контакт. Ты моя красивая такая. Осада. Ой, да, да, да. Скажи, а я? А меня в нос? И ты хорош. О! Дает глажу. Дает.
Ты хорошая, ты хорошая, ты хорошая.